После рекламы возвращаемся в студию и продолжим короткими, но не менее актуальными новостями. На трассе М-11 введен платный режим. Уже сегодня клинчане, ехавшие по Новой Ленинградке от Солнечногорска до Химок, заплатили 600 рублей. А вообще, цена проезда зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели. Для постоянных пользователей новой трассы предусмотрены скидки. Новые электрические подстанции появятся в Клинском районе. Сейчас две строятся в Покровке и по одной в Новощапово и Воронино. Также завершаются работы по реконструкции воздушных линий. Их отремонтируют в деревне Горки, Селинское и Стреглово, сообщает филиал МОЭСК. Народный артист России, любимец зрителей Владимир Винокур, выступил на сцене Майдановского клуба. Со сцены звучали юмористические монологи, сценические мини-зарисовки и, конечно же, песни. Исполнял сам Владимир Винокур. А после концерта артист устроил фотосет со всеми желающими.